Всего они собрали уже 37,5 миллионов рублей в рамках акции. И я хочу сказать, что 100 миллионов мы 100% соберем, потому что очень много звонков приходит на нашу горячую линию. Как перевести средства? Для этого еще раз хочу напомнить, что есть специальный сайт tumendlyapobedy.rf. Там есть все реквизиты для тех, кто хочет через QR-код перевести. Есть QR-код, есть короткая ссылка для того, чтобы перевести средства через соцсети. Есть реквизиты для юридических лиц. Если юридические лица хотят заключить договор дарения, пожертвования, то тоже мы все можем отработать. Сегодня наш оператор проекта «Ветераны-пограничники Тюменской области» тоже всегда на связи и готовы отработать все вопросы юридического характера. Также на сайте вы видите, что размещено то оборудование, которое мы будем закупать. Это и квадрокоптеры, и прицелы. 10 квадрокоптеров мы уже передали нашим подразделениям, нашим мобилизованным ребятам, вернее. И, конечно, я вот искренне хочу поблагодарить, знаете, те коллективы, причем детские сады, садики, управляющие компании, которые перечисляют ежедневный заработок. Причем есть такие организации, которые, например, в ноябре перечислили, и сейчас в декабре говорят, мы тоже еще раз перечислим. И есть у нас перечисления и по 100 рублей, и по 3 миллиона. То есть это абсолютно разные и независящие там друг от друга организации. Но мы, конечно, сейчас в большей степени приглашаем все-таки меценатов, представителей бизнеса подключиться к нашей акции.